10 марта в Самарском цирке завершилась разгрузка оборудования, которое сюда привезли на 8 большегрузах. Уже в ближайшие выходные жители города смогут увидеть один из лучших проектов, который представит Российская государственная цирковая компания и Московский цирк Никулина на Цветном бульваре – шоу «Воды, огня и света» под руководством заслуженного артиста России Анатолия Сокола. Шоу «Воды, огня и света» – это один из лучших проектов российского цирка. В нем собраны молодые, очень талантливые артисты, обладатели многих престижных премий мира. В манеже уже смонтировано 40 тонн новейшего оборудования. Это современный свет, звук, единственное в России перевозное фонтанное оборудование. В манеже установлено более 500 форсунок, центральная из которых будет бить на 27 метров. Все представление – это единый спектакль, в котором собраны животные со всего мира. Макаки резус, обезьяны лапундеры, южноафриканский дикобраз, попугаи ара и какаду. Люди, пришедшие к нам на представление, получат большое удовольствие. Вернуться в детство и на пару часов просто отвлекутся от каких-то проблем, от каких-то жизненных ситуаций. В общем, мы ждем вас в цирке. Во время второго отделения представления вместе с иллюзионистом Анатолием Соколом, заслуженным артистом России, зрители увидят Сокола. Вдвоем они будут показывать фокусы.